Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на Садоводе, на линии 29, павильон 59, итальянский сумковый аукцион. Вот как делать заказ. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Будем показывать вот такую сумку-рюкзак. Пройдемте. Юля с рыжим стоит. Сейчас я покажу, как он делается. Смотрите, можно сумкой, можно рюкзачком. 6800, оптовая цена. Ну, и сумка, я показывала его. Кожа флоттер. Можно его делать так, но я убрала специально всю набивку. Все, Юля, проходи. Показывай. Юля, и потом руку на всю длину, насколько он на тебе будет. Хотя здесь регулируются лямочки. Да, да. Возьми в руку его на всю длину. Я не знаю, ну, навряд ли кто его в руках так носит. Девочки, ну вот смотрите, если кто-то, да, говорит, надо на всю длину, здесь регулируется, здесь лямка регулируется, поэтому можно отрегулировать, чтобы был короче, длиннее, там по-разному. Так что, так, рулетку, Юля, давай. Удобный, да. Смотрите, сейчас замеряем потом. Спасибо. Кожа идет флоттер, и вот здесь вот очень хорошая кожа такая. Интересно. Давайте по донышку. Идет на ножках. 32. Смотрите. Кожа флоттер, фурнитура серебро. Здесь карманы. Такие. Здесь идет отделение. Тоже отдел. Здесь достаточно вместительный. И здесь у нас, смотрите, потайной карман. С этой стороны кармашек такой идет. 6800, оптовая цена, еще раз повторяю. Сзади карман. Сумка, рюкзак. Два цвета в наличии у нас. Ну, тут надо лямочки отрегулировать правильно, чтобы ровно были. То есть вот. Хорошие, хорошие. Они были у нас уже. Тогда продали у нас сколько. И оптовики спрашивали их. У нас хорошо ушли они. Смотрите, два цвета, девочки. Черный и рыжик. Вот рыжик такой. Рыжик коньячный такой цвет. Ну, вот здесь вот сделано. Насколько все. Вот смотрите, хочу показать. Фабрика очень хорошая, ну, приличная, да. Насколько все подбирает. Вот здесь вот, если положено, нету такого, чтобы крокодил сюда-сюда уходил там. Ну, вот здесь вот посередине его сделали. А кожа, да, здесь вот по краям. Ну, так вот. Два цвета в наличии. Чуть-чуть там получили мы. Так что, девочки, хочу поблагодарить вас за то, что делаете заказы у нас. Ну, я говорю, в свою очередь, я стараюсь как можно быстро. До меня писать мне можно в любое время. Телефон всегда у меня на беззвучном. Звонить это бесполезно. А вот писать голосовыми, кому как удобно, в любое время. Есть возможность, я сразу же отвечаю. Телефон всегда со мной, я говорю, поэтому отвечаю быстро. Ну, если там может, мало ли что, да, там 15, может быть, задержка, так, я говорю, всегда стараюсь как можно побыстрее ответить. Поэтому спасибо за доверие и за то, что подписываетесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал. Спасибо за ваши комментарии. Писать можно. Все, в личку можете мне писать. Ну, кто-то спрашивает там, а вот там это, там то-то, как. Ну, вот, был тоже такой вопрос задала, ну, моя клиентка. Говорит, сумки получила, все, говорит, выветриваются на балконе. Что, говорит, и, говорит, немножко такой запах. Я говорю, запах кожи, когда вы получаете, вот я показываю, да, мы заматываем скотчем, и сумки плюс еще в пакете. Это от пакетов может быть запах. Ну, пакеты не вот эти прозрачные, что идут к сумкам, а именно вот эти черные. Ну, это все-таки, и оно все, видимо, перемешивается, говорю, когда, ну, выветрится, это как,
все нормально будет. Она говорит, да, говорит, захожу, уже запах другой совершенно становится, ну, запах кожи. Вот это все улетучивается, то, что от скотча, от химических вот этих. Ну, поэтому, я говорю, я с этим уже сталкивалась, особенно когда на север отправляем, посылки идут, или летом очень, ну, все-таки подольше, да, чем здесь по месту. И вот всегда писали, говорит, запах такой кожи. Ну, а там кожа, все-таки она, кожа натуральная, дышащая, и вот когда лежит в пакете, ну, куда тут, у нас-то развеивается здесь в павильоне, там, на улице, а когда вот оно в пакете, то есть такой вот. Я рассказывала, когда был карантин, у нас это 2 года, да, или сколько там, павильон был закрыт на 2 месяца, ну, 2 месяца был карантин. Когда открыли, у нас у соседей, у одних, у других, настолько, ну, сумки пропитались кожей, запахом кожи. Это вообще просто здесь, я говорю, как его в концентрате вот этот запах был. Так что все это знакомо, все знаем. Ну, вот на фабриках, когда я была, сейчас, конечно, не летаю, когда была на фабриках, туда вот заходишь, такой запах кожи. Ну, потому что постоянно кожи много, работают с кожей, и оно там некуда. Ну, как вот полежала сумка, да, запах немножко там улетучится. Там постоянно вот этот свежий запах кожи добавляется, и вот поэтому всегда в концентрат такой прям. Так что, девочки, все. Всем пока. Спасибо, Оксаночке, спасибо, Юлечке, спасибо, дорогие подписчики. Подписывайтесь на наш канал YouTube и Telegram. Спасибо за 2022 год, спасибо. Скоро, ну вот сейчас 23-й уже будет как-то, уже будет все хорошо. Спасибо вам и Оксаночке, и Юлечке, спасибо. Пока-пока. Улыбайтесь. Я слушаю, что ты там такого наговорил, сам не знаешь что. Я уже улыбаюсь. Хотел, как лучше получилось, как всегда, Рахима.